Здравствуйте. Предлагаю связать вместе со мной тропический фрукт банан. Для работы нам понадобится совсем немного нити коричневого цвета. Здесь мы будем вязать в начале хвостика и в конце банана. И для хвостика немного нити салатового цвета. Сам банан мы вяжем нитью желтого цвета. Еще нам понадобится наполнитель. И по желанию можно вставить проволочку банан. Крючком я буду вязать 1,4, чтобы было плотно, хотя нитью желтого цвета можно вязать и крючком более толще. И хочу сразу сказать, что нужно набраться терпения, так как сам хвостик вязать несложно, но немного трудоемко из-за того, что он мелкий. Поэтому набираемся терпения, садимся поудобнее и начинаем вязать с нити коричневого цвета. В скользящую петлю провяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затянем нить. И присоединяемся за заднюю стенку первого провязанного столбика без накида. И сразу меняем нить коричневую на нить зеленого цвета. Провязываем 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. Затем в каждую петлю предыдущего ряда за заднюю стенку провязываем столбики с одним накидом. Всего столбиков с одним накидом провязано 8. Провязали 3. Четыре. Пять. 6, 7, еще один столбик, 8, сложим вязание вот таким образом и присоединимся в третью воздушную петлю подъема, соединительную петлю. Так мы закончили вязать второй ряд. Немножко ниточки обрежем, и далее продолжаем вязание. Провязываем 3 воздушные петли подъема, и теперь будем вязать, чередуя столбик с одним накидом и выпуклый столбик. Всего провязанных будет 4 выпуклых столбика и 4 столбика с одним накидом. Первый столбик мы провязали. Следующий вяжем столбик выпуклый. Над следующим столбиком провязываем столбик с одним накидом. Затем выпуклый столбик. Следующий столбик на столбик с одним накидом. Затем снова вяжем выпуклый столбик.
За выпуклым столбиком провязываем столбик с одним накидом. Снова у нас вяжется выпуклый столбик. За ним провязываем столбик с одним накидом. И еще провязываем выпуклый столбик. Это у нас четвертый. И присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. Так мы с вами провязали 3 ряда. Четвертый и пятый ряд у нас будут вязаться одинаково. Провязываем 3 воздушные петли подъема. И теперь над выпуклыми столбиками вяжем выпуклые столбики. А над столбиками с одним накидом провязываем столбики с одним накидом. Над выпуклыми, повторяю, провязываем выпуклые столбики, а над столбиками с одним накидом вяжем столбики с одним накидом. И так до конца ряда. У нас с вами также получается 8 столбиков с одним накидом, из них 4 выпуклых. Последний выпуклый столбик, и затем присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. И аналогично провязываем еще один ряд, так чтобы хвостик у нас был длиннее. То есть вяжем столько, какой длины хотим хвостик. Повторяем, провязываем 3 воздушные петли подъема, над выпуклым столбиком вяжем выпуклый столбик 2, следующий столбик с одним накидом 3, затем выпуклый столбик 4, столбик с одним накидом 5, выпуклый столбик 6, затем столбик с одним накидом 5, выпуклый столбик 6. И присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. И сразу же меняем цвет нити. Теперь мы будем вязать желтой нитью.
провязываем 3 воздушные петли для подъема и сюда же вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Затем выпуклый столбик. Над следующим столбиком с одним накидом провязываем прибавку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом. 1, 2. Выпуклый столбик. Провязываем над выпуклым столбиком. Снова над столбиком с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом. Над выпуклым столбиком провязываем выпуклый столбик. Еще раз повторяем над столбиком с одним накидом. Провязываем столбик с одним накидом и еще один столбик с одним накидом, то есть прибавку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом. Над выпуклым столбиком провязываем выпуклый столбик. И в конце ряда присоединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема. И теперь смело могу поздравить всех, кто прошел со мной вместе первый уровень. Далее будет вязание уже намного легче. Ниточку золотого цвета мы обрежем, чтобы она у нас не мешала нам вязать. А эти ниточки мы вместе свяжем и спрячем их вовнутрь хвостика, чтобы они также нам не мешали. Запрячем туда их вовнутрь. Мы продолжаем вязать дальше. 7-й ряд. И, как я уже говорила, у нас банан ребристый. И мы будем вязать 4 ребра банана. 1, 2, 3, 4. Каждое ребро у нас будет разделяться выпуклыми столбиками. Итак, 7-й ряд. Провяжем 3 воздушные петли для подъема. И в эту же петлю основания провяжем столбик с одним накидом. Затем свяжем столбик с одним накидом в следующую петлю предыдущего ряда. Над следующим столбиком предыдущего ряда провяживаем 2 столбика с одним накидом. 1, 2.
Над выпуклым столбиком провязываем выпуклый столбик. Так мы провязали с вами первое ребро. Последующие три ребра вяжутся одинаково. Провязываем один столбик с одним накидом и за ним второй столбик с одним накидом. Затем выпуклый столбик. Третье ребро провязываем также 1-2 столбика с одним накидом. Над выпуклым столбиком провязываем выпуклый столбик. И последнее, четвертое ребро провязываем так же, как и предыдущие два. Вяжем 1-2 столбика с одним накидом. 1-2. И в конце ряда провязываем выпуклый столбик. И присоединимся в третью воздушную петлю подъема. Так мы закончили с вами вязать седьмой круговой ряд. Восьмой круговой ряд. Провязываем 3 воздушные петли для подъема. Затем вяжем столбик с одним накидом. В следующий столбик предыдущего ряда сделаем прибавку из 3 столбиков с одним накидом, то есть провяжем 3 столбика с одним накидом из одной петли основания. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Далее провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 1-2. Над выпуклым столбиком провязываем выпуклый столбик. Ну что у нас получается? Так мы провязали первое ребро банана. Далее 3 последующих будут вязаться одинаково. Провязываем столбик с одним накидом. И над следующим столбиком вяжем прибавку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом. 1-2. Над выпуклым столбиком провязываем выпуклый столбик. Следующее, третье ребро банана вяжем так же, как и вязали второе. Провязываем столбик с одним накидом. Затем прибавка, провязываем 1 и 2 столбик с одним накидом. Выпуклый столбик.
И еще одно ребро в восьмом ряду провязываем так же, как и предыдущие два. Провязываем столбик с одним накидом и прибавку над следующим столбиком предыдущего ряда. Прибавка у нас состоит из двух столбиков с одним накидом. В конце ряда провязываем выпуклый столбик над выпуклым столбиком и присоединяемся соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Итак, восьмой ряд у нас завершен. Приступаем к вязанию девятого кругового ряда. Провяжем 3 воздушные петли для подъема. Затем последовательно свяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Снова сделаем прибавку из 3 столбиков с одним накидом. Провязываем 1, 2, 3. Затем последовательно провяжем 3 столбика с одним накидом до конца первого ребра банана. 1, 2, 3. Выпуклый столбик. Следующий, второй ребро банана. Провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И здесь мы прибавки делать не будем. 1, 2, 3. Выпуклый столбик. Следующее ребро провязываем так же, как и второе. Провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Выпуклый столбик. И четвертое ребро провязываем так же, как второе и третье. Провязываем 1, 2, 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Затем провязываем выпуклый столбик. И в конце ряда присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. Десятый ряд. Провязываем 3 воздушные петли для подъема. Затем вяжем последовательно 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Провязываем. Один, два, три. Затем свяжем прибавку, состоящую из 3 столбиков с одним накидом. Провяжем в одну петлю основания 3 столбика с одним накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. И заканчиваем вязать ребро первое, провязав еще 1, 2, 3, 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4.
Выпуклый столбик провязываем над выпуклым столбиком предыдущего ряда. Следующая сторона ребра. Провязываем столбик с одним накидом над первым столбиком с одним накидом. Затем свяжем прибавку. Провяжем 2 столбика с одним накидом из одной петли основания. Далее свяжем еще один столбик с одним накидом. Выпуклый столбик. Остальные 2 ребра будем провязывать аналогично второму. Сначала вяжем столбик с одним накидом, затем прибавка 1, 2 и еще столбик с одним накидом. Выпуклый столбик. И последнее ребро провязываем так же, как предыдущие 2, то есть как второе и третье. Провязываем столбик с одним накидом. Затем прибавка. Один, два и еще один столбик с одним накидом. Выпуклый столбик. И в конце ряда присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. Провязали мы с вами 10 круговых рядов. 11 круговой ряд. 3 воздушные петли подъема. Затем вяжем последовательно 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Провязываем 1, 2, 3. Затем свяжем прибавку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом. 1 и сюда же 2 столбик. Следующий столбик предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Затем снова вяжем прибавку. 1. 2. И у нас еще остается 4 столбика с одним накидом предыдущего ряда. И в каждый из них мы провяжем по одному столбику с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Выпуклый столбик провязываем над выпуклым столбиком предыдущего ряда. Второе ребро провязываем следующим образом. Вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. То есть над каждым столбиком с одним накидом предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Выпуклый столбик провязываем над выпуклым столбиком
предыдущего ряда. Следующие два ребра провязываем так же, как второй. Провязываем 1, 2, 3, 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И выпуклый столбик. И четвертое ребро провязываем так, как провязывали второе и третье. 1, 2, 3, 4. Один, два, три, четыре. И выпуклый столбик над выпуклым столбиком предыдущего ряда. В конце ряда присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. Так мы с вами провязали 11 круговых рядов. Приступаем к провязыванию 12 кругового ряда. Вначале провязываем 3 воздушные петли для подъема и затем последовательно 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Затем провяжем прибавку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом. Провязываем 1 и 2. 2. И заканчиваем провязывание первого ребра банана столбиками с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выпуклый столбик провязываем над выпуклым столбиком предыдущего ряда. Второе ребро и последующие мы вяжем одинаково. Провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Выпуклый столбик. Следующее ребро. 1, 2, 3, 4. Выпуклый столбик. И последнее ребро. 1, 2, 3, 4. Выпуклый столбик. И заканчиваем 12 круговой ряд. Присоединяемся в третью воздушную петлю подъема.
И давайте посмотрим, что у нас получается. Согнем нашу заготовочку посередине первого ребра. Вот что у нас получается. Видите, у нас в эту сторону идет такой вот более изгиб. Ну, а мы продолжаем дальше. И теперь будем вязать 13 круговой ряд. Провязываем 3 воздушные петли для подъема. И затем свяжем 6 столбиков с одним накидом последовательно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем 1. 2, 3, 4, 5, 6. Затем вяжем прибавку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом. 1, 2. И заканчиваем провязывать первое ребро. Провязываем еще 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выпуклый столбик вяжем над выпуклым столбиком предыдущего ряда. Второе ребро. Провяжем в начале 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем провяжем прибавку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом. 1 столбик провязали и сюда же второй. И еще свяжем 1 столбик с одним накидом. Выпуклый столбик провязываем над выпуклым столбиком предыдущего ряда. Третье ребро провяжем 4 столбика с одним накидом без прибавок. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Выпуклый столбик провязываем над выпуклым столбиком. И четвертое ребро провязываем так, как мы вязали второе ребро. Провяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем свяжем прибавку, состоящую из 2 столбиков с одним накидом. 1. И сюда же провязываем второй. И заканчиваем. Ребро провязываем столбик с одним накидом. Затем выпуклый столбик над выпуклым столбиком предыдущего ряда. И присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. Провязали 13 рядов. 14 ряд. Вначале провязываем 3 воздушные петли. Затем вяжем 5 столбиков с одним накидом последовательно.
над каждым столбиком предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. И в этом ряду мы с вами сделаем убавление. Убавим сразу в первом ребре 3 петли. Провяжем 3 столбика с одним накидом, с одной вершиной. Делаем накид, вводим крючок под петлю предыдущего ряда и провязываем не полностью столбик с одним накидом. Один. В следующую петлю провязываем второй накид и в следующую провязываем третий. И вот теперь накид и провязываем все петли с крючка вместе. И заканчиваем ребро, провязав последовательно 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Выпуклый столбик провязываем над выпуклым столбиком. Следующее ребро. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Над выпуклым столбиком провязываем выпуклый столбик. Третье ребро. Делаем накид и провязываем столбик с одним накидом. 2 столбика прибавку из 2 столбиков с одним накидом. Провязываем следующий столбик предыдущего ряда. 1 и 2 столбик с одним накидом. В следующий столбик также провяжем прибавку. 1, 2, 3. И закончим вязание третьего ребра провязыванием столбика с одним накидом. Затем вяжем выпуклый столбик над выпуклым столбиком. Четвертое ребро провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
выпуклый столбик. И присоединяемся в третью воздушную петлю и заканчиваем провязывать 14 ряд. 15 ряд. 3 воздушные петли подъема и последовательно вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Затем снова провяжем 3 столбика вместе. Сделаем сокращение на 3 столбика. Провязываем. Первый столбик не до конца, второй и третий. Затем накид и провязываем все петли с крючка вместе. После сокращения вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Выпуклый столбик над выпуклым столбиком предыдущего ряда. Второе ребро банана. Вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем провяжем прибавление. Свяжем из одной петли 2 столбика с одним накидом. 1 и сюда же провязываем второй. В конце ребра провязываем 1, 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Выпуклый столбик провязываем над выпуклым столбиком предыдущего ряда. Далее свяжем третье ребро, 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем провязываем выпуклый столбик. И последнее, четвертое ребро в 15 ряду. Провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем свяжем прибавку из 2 столбиков с одним накидом. 1 и сюда же провязываем второй столбик. И закончим вязание ребра, провязав еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Провязываем 1, 2, выпуклый столбик вяжем над выпуклым столбиком предыдущего ряда. И в конце ряда присоединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Давайте посмотрим, что у нас уже получается. Вот у нас первое ребро,
складываем здесь пополам и посмотрим. Видите, у нас сейчас получается за счет убавлений, здесь мы делали прибавки, то есть расширяли полотно, здесь мы убавляем, поэтому получается вот такой изгиб. Ну а здесь мы прибавляем, и за счет этого у нас образуется вот такая форма. А мы продолжим вязание и сейчас будем вязать 16 круговой ряд. Провязываем 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. Затем свяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Провязываем. 1, 2, 3. И снова будем вязать сокращение. Сократим снова 3 столбика. 1, 2, 3. Провязываем первый столбик не до конца, затем второй и третий. Накид и вяжем все 4 петли с крючка. До конца ребра провяжем еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И провязываем. 1, 2, 3, 4. Выпуклый столбик. Провязали первое ребро. Второе ребро провяжем в начале 2 столбика с одним накидом. Один, два. Затем выполним прибавление. Провяжем из одного столбика 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И провяжем еще до конца второго ребра 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Выпуклый столбик вяжем над выпуклым столбиком предыдущего ряда. Третье ребро банана провяжем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем провязываем выпуклый столбик. И четвертое ребро провязываем следующим образом. Вначале провяжем 1, 2 столбика с одним накидом. Провязываем 1, 2. Затем выполним прибавление из одной петли предыдущего ряда. Провяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И еще свяжем 3 столбика. 1, 2, 3 до конца ребра. 1, 2, 3. Выпуклый столбик провяжем над выпуклым столбиком предыдущего ряда.
Затем присоединимся в третью воздушную петлю подъема. Провязали 16 рядов. 17 ряд. Вяжем 3 воздушные петли подъема. Затем вяжем последовательно 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем выполним убавление, состоящее из 2 столбиков с одним накидом. Вводим крючок в следующую петлю предыдущего ряда, провязываем столбик не до конца, накид, вводим петлю в следующую, вводим крючок в следующую петлю предыдущего ряда, также вытягиваем ниточку и провязываем столбик не до конца. Затем накид и 3 петли с крючка провязываем вместе. И заканчиваем вязать первое ребро. В 17 ряду, провязав еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Провязываем 1, 2, 3, 4. Выпуклый столбик. Второе ребро провяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязываем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Затем вяжем выпуклый столбик. Третье ребро банана вяжем следующим образом. Провяжем вначале 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем выполним прибавление. Из одной петли основания провяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И затем последовательно свяжем еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Выпуклый столбик. И четвертое ребро провяжем так же, как второе. Провяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выпуклый столбик. И заканчиваем 17 ряд, провязав в третью воздушную петлю, соединительную петлю. И заканчиваем его. Далее будем вязать 18 ряд. 18 ряд вяжется следующим образом. Провяжем в начале 3 воздушные петли подъема. И
Затем вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, выпуклый столбик. Второй, третий и четвертый ребра банана вяжем по 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выпуклый столбик. Третье ребро. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, выпуклый столбик. И провязываем четвертое ребро. Также 7 столбиков с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выпуклый столбик вяжем над выпуклым столбиком. И заканчиваем ряд, присоединяясь к третью воздушную петлю подъема. Так мы с вами провязали 18 рядов. И теперь без изменения, так как мы вязали с вами 18 ряд, с 19 по 25, то есть 7 рядов, мы провяжем по этой схеме. Так как мы вязали, повторяю, 18 ряд. Всего у нас в ряду 33 столбика с одним накидом. В начале 3 воздушные петли и вяжем ребра. Это первое ребро и затем еще 3 ребра. Итак, вяжем 7 рядов по схеме. Провязали мы с вами 25 рядов. И заканчиваем 25 ряд, присоединяясь к третью воздушную петлю подъема, соединительной петлей. Теперь можно немного нашу заготовку наполнить наполнителем. И приступим к вязанию 26 ряда. Провяжем 3 воздушные петли для подъема. Затем свяжем
2 столбика с одним накидом. Один, два, затем провяжем убавление, провяжем 2 столбика с одним накидом вместе, то есть с одной вершиной, провязываем один столбик не до конца и второй столбик в следующую петлю предыдущего ряда провязываем не до конца, затем накид и вяжем все петли с крючка вместе. Далее провяжем еще 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. Над выпуклым столбиком провяжем выпуклый столбик. Провязали первое ребро банана. Следующее второе ребро и последующие еще 2 будем вязать 7 столбиков с одним накидом в каждом ребре. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выпуклый столбик провязываем над выпуклым столбиком предыдущего ряда. Третье ребро, как я уже говорила, вяжем также 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выпуклый столбик провязываем над выпуклым столбиком. И четвертое ребро провязываем также 7 столбиков с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В конце ряда провязываем еще выпуклый столбик и соединительную петлю вяжем в третью воздушную петлю подъема. Двадцать седьмой круговой ряд. Провязываем 3 воздушные петли для подъема и далее вяжем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1. Три, четыре, пять, шесть, выпуклый столбик, затем провязываем еще 3 ребра по 7 столбиков с одним накидом, между ними выпуклый столбик. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, выпуклый столбик, третье ребро, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, выпуклый столбик. И четвертое ребро, также 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, выпуклый столбик, и присоединяемся в третью воздушную петлю подъема. Двадцать восьмой круговой ряд. Провязываем 3 воздушные петли для подъема. И вяжем еще 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 2. 3. 4, 5, 6, выпуклый столбик, второе ребро вяжем следующим образом, провязываем 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. Затем провяжем убавление, сократим на 1 столбик. Провязал 2 столбика с одним накидом, с одной вершиной. Провязываем 1 столбик не до конца и второй накид и провязываем все петли с крючка вместе. И в этом ребре провяжем еще
2 столбика с одним накидом. 1, 2. Выпуклый столбик. В третьем ребре провязываем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Выпуклый столбик. И четвертое ребро провязываем следующим образом. Сначала провяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Затем провяжем убавление. Провяжем 2 столбика вместе. 1 столбик не до конца. 2 накид. И провязали 3 петли с крючка вместе. И заканчиваем 4 ребро, провязав еще 2 столбика с одним накидом. 1. Затем свяжем выпуклый столбик. И закончим ряд, присоединившись в третью воздушную петлю. 29 круговой ряд. Провязываем 3 воздушные петли подъема. И далее вяжем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6, выпуклый столбик. Следующее ребро, второе, также провязываем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, выпуклый столбик. Третье ребро провяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. 2.
3, 4, 5, 6, 7, выпуклый столбик. И четвертое ребро провязываем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Один, два, три, четыре, пять, шесть, выпуклый столбик. Заканчиваем ряд, присоединившись соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Закончили 29 круговой ряд. 30 круговой ряд. Провяжем 3 столбика с одним накидом. Затем свяжем 1 столбик с одним накидом. Теперь провяжем убавление. Убавим сразу 2 столбика, провязав 3 столбика вместе. Один столбик провязываем не до конца. Второй. И третий. Накид и провязали 4 петли с крючка вместе. Так мы сократили на 2 петли. И еще провяжем в первом ребре банана еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Выпуклый столбик. Второе ребро провяжем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 2, 3, 4, 5, 6, выпуклый столбик. Затем вяжем третье ребро банана. Провяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Затем сократим на одну петлю. Провяжем 2 столбика вместе, то есть с одной вершиной. Один не до конца в следующую петлю. Второй столбик провязываем не до конца. Накид и провязываем 3 петли вместе. И еще свяжем 2 столбика с одним накидом. Один. 2, выпуклый столбик.
и 4. Ребро банана провяжем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Один, два, у меня порвалась ниточка. Три. Четыре, пять, шесть. Затем провяжем выпуклый столбик и присоединяемся в третью воздушную петлю. Так мы с вами провязали уже 30 рядов. Нам еще осталось совсем немножко. Теперь у нас пойдут убавления. 31 ряд. Провязываем 3 воздушные петли для подъема и 1 столбик с одним накидом. Затем провяжем 2 столбика с одним накидом вместе. Провязываем один не до конца, второй накид и провязываем 3 петли с крючка вместе. И затем свяжем еще один столбик с одним накидом. Видите, у нас сужается банан, так как мы уже скоро его довяжем. Затем провязываем выпуклый столбик и второе ребро. Провязываем вначале 2 столбика с одним накидом. Один. Затем снова сокращение. Провяжем 2 столбика с одной вершиной. И еще 2 столбика с одним накидом. Один. Выпуклый столбик. Третье ребро вяжем так же, как и второе. Провяжем 2 столбика с одним накидом. Один. Два. Затем снова провяжем 2 столбика вместе, сократим на 1 столбик. Провязали один столбик не до конца и второй. Накид и провязываем 3 петли с крючка вместе. И в конце третьего ребра провязываем 2 столбика с одним накидом. Выпуклый столбик.
И четвертое ребро банана провязываем так же, как провязывали второе и третье. Провязываем в начале 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем 2 петли, 2 столбика провязываем вместе. Первую петлю провязываем столбик не до конца. И во вторую. В конце ребра провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 1. Выпуклый столбик, и заканчиваем ряд, провязав соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Тридцать второй круговой ряд. Провяжем 3 воздушные петли подъема, затем свяжем 2 столбика вместе. Вводим крючок под первый столбик предыдущего ряда, провязываем столбик с одним накидом не до конца. Накид, вводим крючок во вторую петлю и также провязываем столбик не до конца. Накид и вяжем 3 петли с крючка вместе. Затем свяжем еще 1 столбик с одним накидом. Выпуклый столбик. Второе ребро. Провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем вяжем 2 столбика вместе. Один не до конца. Второй столбик с одним накидом провязываем не до конца. И затем провязываем все петли с крючка вместе. И в конце второго ребра провязываем столбик с одним накидом. Выпуклый столбик. Третье ребро провязываем в начале столбик с одним накидом, затем провязываем 2 столбика с одним накидом с одной вершиной. В конце провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Выпуклый столбик. И провяжем еще четвертое ребро нашего банана. Провяжем в начале 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем свяжем 2 столбика вместе.
и в конце провяжем столбик с одним накидом. Затем свяжем выпуклый столбик. В конце ряда присоединимся в третью воздушную петлю подъема. Провязали 32 круговых ряда. И в процессе вязания не забываем постепенно наполнять наполнителем нашу заготовку банана, так как отверстие уже сужается. Итак, 33 круговой ряд. Провязываем 3 воздушные петли для подъема. Затем свяжем 2 столбика с одним накидом вместе. 1, 2. Затем вяжем выпуклый столбик. Следующее ребро провязываем сначала 2 столбика с одним накидом, затем 2 столбика с одним накидом провязываем вместе. Вяжем первый столбик. Один. Два. Затем провязываем 2 столбика с одним накидом с одной вершиной. Выпуклый столбик. Третье ребро провязываем так же, как и второе. Провязываем вначале 2 столбика с одним накидом, затем 2 столбика с одним накидом провязываем вместе. Провязываем первый столбик, второй. И 2 столбика провязываем вместе. Затем вяжем выпуклый столбик. Банан большой, мне становится неудобно вязать. Третье ребро банана провязываем следующим образом. И, извините, это у нас уже четвертое. Четвертое ребро провязываем столбик с одним накидом. Затем убавление, провязываем 2 столбика с одним накидом вместе. И еще один столбик с одним накидом. Затем провязываем выпуклый столбик. В конце ряда присоединяемся в третью
воздушную петлю подъема. И желтой ниточкой провяжем еще один круговой ряд, 34-й. Провязываем 3 воздушные петли подъема, затем свяжем столбик с одним накидом. Выпуклый столбик. Второе ребро провязываем столбик с одним накидом. И 2 столбика провязываем вместе. Выпуклый столбик. Третье ребро. Провязываем столбик с одним накидом. Затем 2 столбика провязываем вместе. Выпуклый столбик. И 4 ребро. Провязываем столбик с одним накидом. Два столбика провязываем вместе. Один и второй. Выпуклый столбик. И присоединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Здесь мы будем менять нить желтую на нить коричневого цвета, поэтому пока еще у нас есть отверстие, заполним его до конца, нашу заготовочку банана, наполнителем. Затем сделаем присоединение. И теперь будем вязать по 2 столбика без накида вместе до полного закрытия отверстия. Можно воздушную петлю для подъема не провязывать, а сразу вязать следующие столбики без накида вместе. Вот так вяжем по 2 столбика без накида до полного закрытия отверстия.
вроде бы закрылась еще через одну петельку, и ниточки обрезаем. Обрезаем коричневую нить, освобождаем крючок и еще вот желтенькую ниточку. Обрезали, и теперь аккуратненько все спрячем вовнутрь. Перед этим мы завяжем так, чтобы у нас не распустилась нить. И, как я говорила, по желанию можно было бы вставить проволоку. Но если это мы вяжем для ребенка, то желательно этого не делать. Я думаю, что и так банан будет держать форму. Итак, прячем ниточки и расправляем по всему банану наполненный наполнитель. И вот наш банан связан. Ну, конечно же, банан, который вязала для образца, чтобы вам показать в начале видео, вязался с нити более тонкой, поэтому он и имеет меньший размер. Я же вязала нитью потолще, для того, чтобы вам было видно каждую петелечку, которую мы с вами вяжем. И хочу искренне поблагодарить всех, кто был со мной до конца, потому что очень долгое видео, мы проделали с вами большую работу, и надеюсь, что в итоге вам понравилось то, что мы сделали. И на этом я с вами прощаюсь. Еще раз всех благодарю, что вязали вместе со мной. До свидания, до скорой встречи.